Алло. Алло, еще раз здравствуйте, это я так новый какой-то компании Мегафон, да, здравствуйте, я знаю. Здравствуйте еще раз. А сейчас вам более удобнее будет? Да. Да. Хорошо, я понимаю, могу к вам обращаться по лифту Саманович. Да, серьезно. Хорошо, подскажите, пожалуйста, а почему решили менять оператора? Что-то не устроило или что-то произошло? Да, не устроило то, что на официальном сайте Мегафона Нагорный Карабах указан как отдельное государство. В связи с этим все азербайджанцы объявили бойкот Мегафона. Нагорный Карабах – это оккупированная республика, которую не признает Российская Федерация. Почему-то компания Мегафон ее указала как отдельное государство. И на письмо ответили, что так и есть, это есть отдельное государство. Скажите, пожалуйста, а кто у вас является генеральным директором? Господин Геворг Вермишьян с недавнего времени является генеральным директором компании Мегафон. Вот, и он, значит, установил такую провокацию. В связи с этим вот я после 14 лет пользования Мегафоном, несмотря на то, что я являюсь VIP-клиентом, несмотря на то, что у меня был прямой номер, я от него тоже отказываюсь. Вот, я перехожу на МТС. Так, я вот сейчас даже смотрю, в принципе, получается, на Горный Карабах, а в интернете, в гугле, не по нашей карте, какую, что это вообще? Нагорный Карабах – это оккупированная Арменией территория Азербайджана. Да, ее ни одна страна в мире не признала отдельной республикой, а Мегафон ее признает, получается. Ну, написано, фактически большая его часть контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. Вот, непризнанной, да. Но вот зашел на 2 сентября 2021 года. Да. Серьезно, в связи с этим сейчас идет масштабная кампания во всех соцсетях и так далее от сразу от Мегафона. То есть причина перехода такая. Хорошо, я вас услышал, всю эту информацию я обязательно зафиксирую, соответственно, будет передано на рассмотрение. Вам в любом случае спасибо за выделенное время, для вашего извинения, за то, что вот именно такая причина. Спасибо. Очень спасибо. Вам еще раз спасибо за время. Всего доброго. До свидания.